Всем привет, с вами я, Саша, меня на канале Надежда Владимировна. И сегодня это не только со мной влог, но и со снегом. Для которые живут в Словении, это не очень необычно. А для нас это как обычный наш сугроб. Ну вот, смотрите, сколько много. Ты хочешь в бассейн? После. Да. Когда родители приедут. Да. С Алисой. Ой, боже, все, давай. Нет, давай на снегу. Давай на облачке или на снегу полежим. Давай. Давай то, что сделаем. Выйдем на балкон и спрыгнем на снег. Нет. Я тебе не дам куклу. Сука! Саша! Я перепугалась. Ну, а меня показать? Меня зовут Алиса. Она же в моем втором видео. А может, вы после обеда уедете сегодня? Да, мы. А мы вот нет, мы завтра уедем. Нет, мы не сегодня уезжаем домой. Мы просто в другую квартиру поедем. Ну там мы просто на дискотеку, не знаю. А я накрасила губы. Глупый. А в чем стиле? Давай тебе. Ну что ты будешь делать? Ну-ка быстро. А дай сломайся. Подожди. Так. Щеки. Окей, я возьму другие. Нельзя сосать. Ну. А ты не знаешь, где мой. Отдай мой фломастер.